Добрый день, друзья! Как вы знаете, меня зовут Инга Блесс. Я сегодня безмерно счастлива, потому что мне выпала честь и счастье взять интервью у вас, дорогой, любимый. Я немного волнуюсь, вы уж меня простите. Сергей Викторович Ковалев, профессор психологии. Там запишут. Да. У меня столько регалий, что психолог, психотерапевт. Считаю, мне самому становится страшновато. Доктор философии, психологии и основатель вот этого замечательного института, института инновационных психотехнологий и основатель метода интегрального нейропрограммирования. Добрый день, я счастлива. Добрый. Мне повезло. Я везунчик, yes. Отлично. Я уже 5 лет как смотрю ваши видео на YouTube, учусь у вас. Я была на некоторых семинарах в Москве, когда бываю. Я представитель Грузии в данный момент, IBL Академия, которая занимается онлайн-образованием, коучинг, практическая психология и около направления, то, что близко, это энергетические практики и так далее. И вот я пришла на переговоры с Елизаветой, чтобы... Елизавета Сергеевна. Да, с Елизаветой Сергеевной, для того, чтобы вот как бы первые шаги сделать, попробовать, а не сотрудничать ли нам, чтобы наша академия была бы представителем вашего метода, вашего института. И вот так мне повезло, я сразу попала в этот день, когда вы здесь. Отлично, теперь можно задавать вопросы. Да, 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 да. Немного... Окей. Я волнуюсь, но it's okay. С чего вы начинали? Я думаю, что для моих слушателей, которые вот только будут знакомиться с этим, с вашим институтом, с вашим методом, с вами, для них, я понимаю, что вы миллион раз об этом уже говорили. Нет, но я для могу сказать, нас это интересно. Несколько удивит ваших слушателей. Да. Начинал я, собственно, невроза. Я прекрасно Мне не вас повезло понимаю. В жизни, потому что мои родители были постоянно чем-то вечно заняты. Отец пропадал там где-то на Байконурах. Мама занималась в основном, ну, более, скажем так, собой, своими студентами, да, и так далее. Я был брошен. Соответственно, с этим вырос я таким диковатым ребенком, который, к тому же, оказался потом стал белой вороной, потому что не вписывался в общество одноклассников. Ну, какой-то не такой был, знаете. Вот сейчас даже трудно сказать, какой не такой, отличник, все вроде нормально, но не такой. Так что первое время мне пришлось заниматься не психотерапией, а самбо и боксом для того, чтобы отстаивать свое собственное достоинство. Себя. А потом я вот яростно понял следующую простую вещь, что надо все-таки с этим что-то делать. Потому что я рискую прожить, может быть, и, так сказать, внешне эффектную, но очень для себя неудовлетворительную жизнь. Поэтому так получилось, что я все-таки, поступив в МГУ на геологический факультет первоначально, перевелся на факультет психологии. А когда стал профессиональным психологом, обратил внимание на интересную вещь. Практически все системы психологии, которые, психотерапии, которые я изучал, в чем-то меня устраивали, но в целом не устраивала ни одна. И тогда, естественно, я сделал то, что должен был сделать. Я собрал воедино все самое лучшее, что было там. Угу. Поменял методологию всего, вообще подход к психотерапии как таковой. И как-то чисто случайно родилось интегральное нейропрограммирование. А поскольку не то, чтобы я человек скромный, но реально мыслящий, я вообще считаю, что это мне кто-то все-таки даже вложил в голову, всю эту теорию, до сих пор вкладывают все новые знания, и значит, я, видимо, иду верным путем. Так что вот так вот. Это к вопросу о том, что обычно невротики боятся становиться психотерапевтами. Так вот, дорогие мои, именно из невротиков выходят наилучшие психотерапевты. Потому что абсолютно, так сказать, здоровые мажоры, они просто не могут понять страдания другого человека. Потому абсолютно. Что сами никогда не страдали. Абсолютно, вот абсолютно с вами согласна. Так что я чисто утилитарно создал все это для самого себя. Для себя. В результате себя. Вылечился, так сказать, и живу, ну, мягко говоря, счастливо. И помогаете другим людям. Естественно. И открыли это, такой, знаете, прекрасный принцип, который метод. Звучит примерно так. Если не отдаешь, то тебе не будут давать. Делись, иначе тебе не будут давать. Я делюсь. Это так. Возможно, по мнению многих, даже больше, чем разумно. Как ты можешь, это секретная техника, ее нужно продавать за большие деньги. Да ладно, я еще десяток получу, если Конечно. Отдам это просто так. Пожалуй, так, чтобы я ответил на ваш вопрос. Благодарю. Бывали ли вы у нас в Грузии? Ну, смотря что сейчас у нас же меняются политические реалии, правильно? Ну, поэтому бог я с могу ней, сказать, что я был в Аджаре и Абхазии, а вот до Тбилиси не добрался. Хотя очень хотел, потому что внешне так мне очень нравится этот город. Мне нравится все. И, конечно, могу сказать, что, во-первых, знакомство, мне очень нравятся люди.
Да. За их открытость, за их щедрость, за их гостеприимство. Нет, прежде всего за то, что они рады любому и воспринимают тебя прежде всего как человека. Значит, знаете, на нас слишком сильное влияние оказывает сейчас Запад, который исходит из того, что главное в человеке не человек, а это функция, которую он выполняет. Не так совсем. Сказать, не просто кто ты, Миша, а кто ты по профессии. Угу. А дизайнер, ладно, могу использовать, буду продолжать отношения. Угу. Вот там этого не было, не знаю, как сейчас. Ну, я надеюсь, что сохранилось такое отношение я к людям. Надеюсь. А грузинская кухня, как ну, вам? Ну, о чем говорить? Как только вы сказали, мы же так этим как гордимся. Как только вы сказали, я из Грузии, у меня в голове тут же вспыхнула хванчкара, да, аджалеша, да, усахариули ага. и прочее. Я очень любил по молодости грузинские вот эти полусладкие, полусухие, полусладкие вина, в принципе. А кухня, ну, о чем вы говорите, в принципе. Я очень... Это особое. Национальная гордость, это да. особая культурная гордость, к которой нужно относиться с глубочайшим уважением, в принципе. Спасибо. Я рад, что эти традиции пока никуда не уходят. Я очень надеюсь, что есть, будет возможность и принять вас, и быть вашим хостом, да, и видеть вас в гостях у нас. И очень надеюсь, что наше сотрудничество состоится. Очень надеюсь. Что бы вы сказали вот будущим студентам? Все-таки я надеюсь, что институт инновационных психотехнологий будет представлен в Грузии. И что вы сказали бы тем людям, которые... Я бы хотел сказать не только студентам, я бы хотел сказать даже людям, да. так сказать, всему человечеству одну простую истину. Относительно того, что те стартовые данные, которые им даются, это вовсе не то, что будет их сопровождать в течение всей жизни. Да. И если ты родился с золотой ложкой во рту, не надо радоваться, потому что на самом деле человек растет, преодолевая препятствия, преодолевая вызовы среды. И часто эти люди действительно сходят с ума, потому что им больше не знают, чего хотеть. Это из песни Гребенщикова. А вот тем людям, которым не очень повезло, я хочу сказать следующее. Мне очень не повезло. И мне очень повезло, потому что я должен был преодолевать эти вызовы. Потому что не повезло. И так далее. Да. Да. И поэтому получается, что самое главное, что они должны понимать, это то, что их не очень благополучное положение, это вовсе не навсегда. Это временно. И это неблагополучное положение связано не с какими-то там социально-экономическими или даже политическими вещами, а вот с этим. Да. С тем, как существует их сознание. То, что им дается, это на самом деле действительно какая-то коммуналка. Первого уровня. Но это значит, что если ты приложишь определенные усилия и изменишь самого себя, ты внезапно окажешься в квартире. А если ты приложишь следующие усилия в особняке, вы поняли аналогию, да? Да, конечно. Точно так же и здесь в жизни. Поэтому я предлагаю, во-первых, дерзать, но при этом не дерзить. Потому что, как говорится, дерзать и дерзить – это две большие разницы. Да. Вот. И, соответственно, с этим понимать, что жизнь – это самое увлекательное приключение, которое дано человеку в этой реальности. Это только одна реальность, будет еще много других реальностей, много других жизней. Я-то их вспомнил, поэтому могу сказать, так сказать, достаточно определенно, что это было. Интересно, иногда воспоминания по прошлым жизням приходят и так далее. И что на самом деле именно поэтому нужно относиться к этой жизни со всей серьезностью, с точки зрения не только удовлетворения собственных потребностей, но с точки зрения того, чтобы действительно заслужить самоуважение и уважение окружающих, чтобы осуществить самоактуализацию, то есть выразить все то, что у вас есть. И обязательно иметь служение, потому что, знаете, был такой поэт Игорь Гальдернес, который говорил, цель жизни – жизнь. Если ты живешь, ты должен быть борцом во имя жизни. Служи любви, искусству и отчизне, ты все равно на этот путь придешь. И тогда они могут достичь высот, которые на самом деле сейчас кажутся им недостижимыми, а потом стать чем-то родным, близким, и тогда они поймут, что концепция сверхчеловека исходит из того, что любой человек может развернуться в нечто, то, что можно назвать, извините, почти космическим существом. Что потенциал любого человека намного выше, чем даже этот человек может себе представить. У него воображения не хватает. Но это путь. И если они действительно займутся интегральным нейропрограммированием, то они встанут на этот путь. А дальше все зависит только от, собственно говоря, от тех усилий, которые они приложат. Потому что эти усилия не будут прилагаться даром. Эти усилия будут прилагаться именно в наиболее эффективной области психотерапии и психологии, которая сейчас существует. Извините, это уже не только мое мнение, но и мнение моих коллег. Как ни странно, мы сейчас пользуемся самыми современными технологиями везде. Вы сейчас не звоните по телефону с трубкой, да? Да. Правильно? Вы не ездите на автомобиле Ford T. У вас другие машины и так далее. Но извините,
Многие почему-то не понимают, что целые школы психологии и психотерапии возникли в XIX веке во время этих телефонов с трубками и так далее. И технологически, при всей их глубине, безусловно, технологически они слабоваты. Конечно. А у нас как раз самые современные технологии. И поэтому мы, так сказать, грубо говоря, гору песка можно копать чайной ложкой, а можно экскаватором. Да, да, мне очень нравится это сравнение, я слышала его от вас. Благодарю, спасибо огромное. Я воспользуюсь случаем и очень хочу вам задать вот от себя лично этот вопрос. Как вы думаете, вот сегодняшняя ситуация во всем мире в связи с этим вирусом, почему он возник и к чему он подталкивает человечество? Ну, лучше бы не задавали этот вопрос, да? Потому что я слишком хорошо в этом разбираюсь. Я знаю, я почему поэтому спросила. Почему он возник? Как замена войне. Потому что для перехода на новый технологический уклад обычно он происходит с войной. Война, да. Соответственно, с этим вирус прекрасно выполняет эту функцию. Поэтому этот вирус был создан, уже известно кем, не буду называть, потому что большинство людей знает об этом. Но, к сожалению, авторы-создатели вируса посчитали, что они отсидятся где-то там за океаном. Не получилось. А не получилось, потому что, знаете, мир сейчас проницаем. И одновременно с этим можно подняться немножко повыше, посмотреть повыше, и тогда прийти к следующему выводу. Если действительно мироздание разумно, если мы мироздание, которое рассматривается с точки зрения того, что мироздание, то физическая часть его идет к процессу увеличения энтропии, то есть хаоса. А функция человека – создавать порядок. То, что происходит, является еще реакцией мироздания на нашу собственную недолговидность и глупость. Потому что, извините, но самая любящая себя называть передовой, самой передовой страной страна, на самом деле сеет везде управляемый хаос. То есть создает все больше беспорядка. Мы потеряли свои функции созидателя, мы стали больше разрушителями. Именно для того, чтобы напомнить, что человек – это человек, а не животное, которое, так сказать, сидит в похоти. И именно для этого, наверное, нам и необходимо потрясение. Знаете, совсем недавно, чисто случайно, я терпеть не могу смотреть телевизор, но в Москве иногда вечером делать нечего. А у меня там, ну, включила там какой-то фильм, и там, значит, главный герой говорит: мы прилетели к вам, пришельцы, чтобы сообщить, что мы чуть не уничтожили себя, и только когда мы почти уничтожили себя, мы, так сказать, одумались, и вот вы сейчас тоже уничтожаете себя. А его оппонент говорит: да ладно, у нас то же самое. Пока мы не допрем до того, что мы уничтожаем себя, мы, так сказать, не одумаемся. Я очень надеюсь, что мы одумаемся. Понимаете? Я тоже на это очень. Все знаки, которые сейчас идут, и еще раз говорю, это тема, на которой могу говорить часами. С фактами, с данными, со всем прочим. Вот это ухудшение климата, которое сейчас происходит, прогрессирующее. И вообще все остальное. И кризис, который сейчас поразил весь мир. И отсутствие, ломка всех моделей, которые раньше работали. Не работает ни одна модель. Их приходится передумывать. Нам предлагают взять новую парадигму бытия. Нам предлагают взять новую парадигму развития человечества. От нас это уже не предлагают. Нас это требует. Ну, если мы будем продолжать, то, знаете, как человек, который знает, что жизнь бесконечна, и хотел бы сказать, к тому времени, когда здесь все рухнет, я, наверное, буду уже сидеть на облаке. Но боюсь, что я буду в тех местах, где это меня уже будет абсолютно не беспокоить. Волновать, не да. волновать. Так что вот мой ответ на ваш вопрос. Последний вопрос. Что вы посоветуете вот обычному рядовому человеку, как справляться с вот этой данностью? Что ему конкретно можно сделать? Знаете, опять-таки вопрос, который вы задаете, это то, что я постоянно реализую. Для этого, так сказать, с помощью Макса и нашей студии, наших сотрудников, мы создаем наши передачи. Мы создаем там, где, так сказать, мы вкладываем достаточно большой труд, а извините, нам все-таки в этом мире пока закон окупаемости труда, хоть как минимальный, должен существовать. Там мы создаем платные вебинары. Конечно. И в частности, вот мои вебинары, например, апгрейд себя и своих возможностей, и целый ряд других вебинаров, которые сейчас есть на сайте нашего института, которая, в общем-то, имеет цену, сопоставимую с ценой поездки на такси из центра Москвы в аэропорт. Да-да-да. Не более того. Понимаете? Они реально помогают, и не случайно они очень востребованы людьми. Это те, которые не могут приехать к нам. Если же те, которые, так сказать, приедут, или вы создадите наши курсы у вас, то в этом случае просто-напросто нужно приходить на них и понимать следующую простую вещь, что даже если вы закончите годичный курс практика, а это не цельный год занятий, это лекции, которые вы получаете онлайн, это, соответственно, семинары, в которых вы участвуете,
примерно раз в месяц, два дня, вполне пассивно и так далее, да, вы не просто получите новую специальность практического психолога. Вы, заканчивая этого практика, вы уже будете совершенно другим человеком, который автоматически вылечился. Работа над собой. Да, потому что вы работаете над собой, более того, даже не работая над собой, когда я демонстрирую с кем-то на сцене проблему, вы берете свою проблему и решаете так. Да, это называется метод кавычек. Знаете, когда человек, так сказать, сопротивляется, я говорю, да, я ничего вас не прошу сделать. Вы только вот увидите вот это, потом сделайте вот это, потом вот так-то, так-то и так-то. Он говорит, ну. Я говорю, и? Он говорит, а проблема где? Я говорю, ну, наверное, исчезла. А что вы сделали? Я говорю, да так, поговорил с вами. Вот это именно это и необходимо, потому что здесь какой-то совершенно феноменальный парадокс. Мы каждый год меняем телефон. Даже я сейчас зачесался, что у меня телефон 2 года, может, стоит его поменять. Мы каждые 3-5 лет меняем машину. Мы все время хотим получать что-то новое. Но мы не понимаем следующего. Мы меняем инструменты, тогда как главным инструментом в своей жизни являешься ты сам. Да, и именно самого себя программы. Нужно апгрейдить, непрерывно апгрейдить, потому что жизнь усложняешься, а ты остаешься тем же, хуже того. Бабушкиными программами. Многие сейчас, наоборот, примитивизируются. Они приспосабливаются тем, что они начинают, как это и есть всегда, в дегенеративных изменениях, отбрасывать часть программ. Вот мир сейчас отбросил две крайне важные вещи. Он отбросил духовность. Даже не через Бога, во всем мире сейчас в основном секты. Знаете, скоро, по-моему, самым главным коллективом, типом коллектива станет секта. А во-вторых, он отбрасывает нравственность. То, что сейчас происходит, несопоставимо с уровнем нравственности даже 20-летней давности. Сейчас настолько условная мораль, моральный релятивизм, что просто не о чем говорить. И поэтому, когда я смотрю на подрастающее поколение, так сказать, мне страшно именно потому, не потому, что они другие, не потому, что они уходят в гаджеты и так далее, потому что они видят мир не тем, каким он является на самом деле. А чем меньше совпадает ваши карты реальности с вашим жизнедеятельностью, с миром как таковым, тем хуже вы вписываетесь в этот мир. Вот именно примерно так, в двух словах. Благодарю. Очень интересно, я думаю, нашим слушателям и зрителям. Наше интервью и ваш диалог даст ответ на многие вопросы. Что делать? Развиваться, заниматься собой, своим апгрейдом. Огромное спасибо вам. Не смею задерживать. Ну что, спасибо вам. Огромное спасибо. И привет, Грузии. Привет. Выпейте там за меня кинзмараули. Обязательно. Спасибо. Спасибо огромное. Еще раз, я счастлива. Вот, правда, я смотрю, и как будто я в сказке, как будто я в кино попала. Мы рождены, чтобы сказку сделать были. Были, да, да, да. Есть, правда, другой вариант этого выражения, который, похоже, сейчас реализуется. Мы рождены, чтобы Кафку сделать были. Были, Кафку. Да. Или третий вариант. Мы рождены, чтобы сказку сделать пылью. Давайте все-таки делать сказку пылью. Пылью, да. Вот именно. Все, спасибо. Спасибо огромное.